Глава города Сергей Еремин вышел из карантина, о чем сообщил в своем инстаграме. Сегодня мэр, как обычно, шел на работу пешком и выразительно описал чувства каждого после изоляции. А внутренние чувства тоже имеют свою специфику. Вот эти две недели просто в четырех стенах. Это, конечно, определенное такое психологический удар даже, я бы сказал. Вот вышел, охота землю целовать. Напомню, Сергей Еремин сообщил о том, что заболел коронавирусом 20 октября. Все время лечения он работал из дома, так как болезнь перенес в легкой форме. Мэр активно писал в соцсетях и, воспользовавшись передышкой, общался с жителями онлайн. Первый рабочий день выдался снежным. О планах по устранению последствий стихии Сергей Еремин рассказал по дороге до мэрии. Теперь свои прогулки назвал не инспекцией, как раньше, а дыхательной гимнастикой, которая необходима всем после болезни.